В ночь на 4 ноября свои двери распахнут несколько библиотек и музеев Оренбурга, а также театр имени Файзи и кинотеатр «Сокол». Учреждения культуры подготовили для посетителей уникальную программу. Так, сразу три библиотеки Оренбурга будут ждать гостей. К примеру, Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека будет радовать концертной программой, мастер-классом по оригинальной технике, объемной пластилиновой живописи, показом мультфильмов, квестом и экспресс-выставкой детских работ. Начало в 17:00. В это же время в библиотеке имени Крупской начнется показ фильмов, лауреатов, кинофестивалей, фотовыставка, экскурсия, которая продлится в течение всего мероприятия. Кроме того, в эту ночь оживут герои литературных произведений. А в 19:00 действие начнется в Центральной областной библиотеке для молодежи. Там будут одновременно проходить сразу несколько мастер-классов по сценической речи, игре на гитаре и урок по художественному макияжу. В кинотеатре «Сокол» в 17:00 стартует детская анимационная программа «Мультяшки». Посетители кинотеатра смогут окунуться в историю кино, а также приоткрыть завесу тайны создания фильмов. Завершит мероприятие показ российской киноленты «Чемпионы». Показ исторических фильмов, костюмированное представление, мастер-класс по бумагопластике и выставка ритуальной чаши сарматов – все это ждет гостей Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. А в музее ИЗО пройдут выставки, экскурсии и мастер-классы для детей, а также выступления музыкальных коллективов Оренбурга и театра «Крылья». К ночи присоединится и областной художественный колледж. Там пройдет мастер-класс по вязанию пухового платка, а также несколько выставок. А в Оренбургском областном колледже культуры и искусств состоятся мастер-классы по эстрадному и фольклорному вокалу, а также уроки по хореографии и режиссуре театрализованных представлений. В 20:00 в Оренбургском государственном театре имени Файзи будет открытый показ репетиции спектакля «Здравствуйте». Также в фойе театра экскурсия по выставке Саиды Афониной. А с 20:00 до 23:00 литературная композиция «Нездешний вечер» с участием актеров театра. Ночь – это самое таинственное время суток, и именно она помогает глубже окунуться в искусство. Поэтому не пропустите такое разнообразие мероприятий. Ксения Цурко, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.